Всем привет, ZBrush2019 и продолжение темы кубики. Давайте кубик Рубик замутим. Как это все делается, погнали разбираться. Может быть, тема и неинтересная, и никому не нужная будет, но пусть будет именно на канале этот ролик. Открываем тулы, открываем куб, опять же его вытягиваем, Edit. Make Polymesh, смотрим, включаем Flur. Вот так все тут установлено. Жмем Ctrl-D, Ctrl-D. Вот кубик опять же готов. Сглаженные края, можно его делать полностью квадратным, это кому как интересно. Так, теперь Geometry и Del Lower. Что мы теперь делаем? Так, Flur теперь можно отключить. Запомнили, как стоит наш куб, проверили симметрию X и вот так его разворачиваем. Следом давайте сделаем, наверное, всему этому опять же Dynamesh. Так, включаем Project, вот так вот, и делаем Dynamesh. Все, вот он прогоняет, сейчас все будет хорошо. Смотрим поле F, все нормально. Опять же, включаем маску и поработаем маской. Подгоняем вот так. И вот этот куб. Вот так вот. Так, чуть повыше. Вот так все это дело здесь маскируем. Сзади все это дело снимаем. Ctrl-Alt. Ну и теперь давайте сверху прибавим. Ctrl-Z, немножко не так. Вот где-то так все это дело опять же маскируем. Можно в принципе маскировать, и чтобы на каждой стороне была именно маска. В принципе, это не принципиально, но пусть будет. Так, что да где? Уже сразу сделать, чтобы все было именно вот в таком духе. Так, все. Жмем Ctrl-W, назначаем полигруппу. Следом что делаем? Включаем Flur. Вот так вот. Уменьшаем все это дело. Кубик тоже можно в сайзе уменьшить. В принципе, большой он нам не нужен. Вот так вот. Теперь включаем Move и делаем Ctrl и перетягиваем куб. Близко его не надо ставить, чтобы был зазор. Вот так вот. И опять повторяем вот такую штуку. Не помню, сколько их должно быть. 4, по-моему. Вот так вот. Так, жмем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Их должно быть 3. Вот так. Сделаем с 3, чтобы по симметрии было. Снимаем маску, переворачиваем и делаем опять же Ctrl. И все это дело 3 раза вот так вот уводим. Опять же оставляя небольшой зазор. И вот так вот еще разок. Вот так вот. Так, первая ступень космодрома есть. Снимаем маску. И теперь делаем 3 раза вот это все вверх. Вот так. И делаем вот так вот. Вот такой кубик Рубик получился. Так, теперь же надо его раскрасить, правильно? Включаем поле F, смотрим, вот здесь у нас поле группы. Здесь у нас тоже поле группы, в принципе, все классно.
Можно назначать разные полигруппы, но здесь это не имеет значения. Жмем Ctrl-Shift. Вот так вот. Выравниваем и попробуем все это дело. Так. И попробуем все это дело вот так замаскировать, что она нам даст. Так, поле F отключаем. И немножко делаем еще побольше. Все получается, все классно. Теперь ставим на кисть RGB. Зад отключаем и выбираем, допустим, красный цвет. Вот так вот. Все это дело мы красим. Вот таким вот образом. Следом снимаем маску. И наносим маску теперь вот на этот бок. Вот так. Эта сторона будет у нас, допустим, синяя. Вот так вот. Опять снимаем маску. Опять находим что да как. Опять все это дело маскируем. Ctrl левая кнопка мыши. Вот таким вот образом. Чуть-чуть побольше. Здесь пускай будет уже желтая. Поставим желтый цвет. Так, это что-то какой-то поносного цвета. Надо поярче поставить. Вот так пускай будет. Так, синий, красный, желтый. Ну, вот этот цвет можно сделать, я не знаю. Что-то я куб не посмотрел, какие там цвета бывают. Ну, давайте просто раскрасим, пусть будет. Теперь возьмем зеленый. Вот так вот зеленый. Что-нибудь эдкое поярче. Вот так вот. Синий, красный, желтый, зеленый. И давайте тут опять же посмотрим, добавим опять же уже существующие цвета. Ну, можно, наверное, добавить еще. Ну, давайте опять синий. Цвет настроения синий. Вот так вот. Так, снимаем маску. Опять же поворачиваем, опять же маскируем. И теперь опять желтый. Так, синий, красный, желтый, синий. Зеленый. Все, пойдет. Ctrl-Shift снимаем выделение. Переходим на другую сторону. Вот на эти теперь квадратики. Кстати, прикольная штука. Можно вот так вот оставлять, делать какую-нибудь клетку или еще что-нибудь. Только использовать, допустим, первый ряд кубиков. Ну, как решетка пойдет на тюрьму. Так, теперь получается берем белый и все это дело. Так, меняем материал. И все это дело теперь опять же перекрашиваем. Draw size можно побольше поставить. Не беда. Вот таким вот образом. Все красим, перекручиваем. Вот так вот. Так, Ctrl-Shift. И получается вот такой кубик-рубик.
Так, это все понятно, это все классно. Как теперь сделать, допустим, перекрученный кубик Рубик? Надо вот эту вот часть делать отдельную, чуть повыше, поэтому зазор надо оставлять. И вот так все это дело замаскировать. Все выделилось, делаем так. Делаем Ctrl-W. Вот так. Теперь его вот так вот выделяем. А лучше сделать, наверное, если косяка впорол я вот сейчас, да? Как это все можно обыграть? Можно сделать теперь дубликат. Так, делаем дубликат всего кубика. Теперь что нужно сделать? Отключить верхний куб. И вот так вот, пардонте, Ctrl-Shift. Выделить вот это, замаскировать середину. Вот так. И сделать Ctrl-W. Теперь Ctrl-Shift, левая кнопка мыши. Вот так все это дело тут выделилось. Нижняя часть пропала, это не беда. Ctrl-Z. Попробуем еще раз замаскировать. Попасть именно вот на этот край. Делаем Ctrl-W. Опять же Ctrl-Shift. Смотрим, что да как. Все на месте. И вот это дело теперь делаем в геометрии. Modify Topology Mirror. Так, Del Hidden. Теперь заходим на первый Subtool и постараемся это дело тоже сделать так же. Все это дело опять же маскируем. Вот так вот. Ctrl-W. Опять же все это дело выделяем. Опять его середину удаляем. И жмем. Опять же геометрии Del Hidden. Так. Все это есть. Теперь включаем видимость двух сабтулов. Переворачиваем вот так это дело. И попробуем все это дело покрутить. Ставим Move. Так, Ctrl-Z. Переключаемся на середину. И вот так все это дело перекручиваем. И вот так все это дело здесь подгоняем. Выравниваем. Вот где-то в таком духе. Вот уже получился перекрученный именно куб. Кубик Рубик. Только надо еще... Вот такая штука получается. Быстро, просто, ничего такого серьезного. Опять же, можно все вот эти цвета сделать вдавленные немножко или выпуклые. Но это кому как будет интересно.